Ну, мы слушаем вас дальше. Рекомендации ваши. Или что нам дальше-то делать? Вашу фамилию можно вообще узнать? Имя, отчество? Это что? Первый раз такое вижу. Ребенок у меня с температурой сидит, надо ведь что-то решать. Первый раз вижу. Сейчас я спешу. Я померю температуру пока. Сам включи. Сейчас придется спросить. Вы нам скажете что-то? Идите, пожалуйста, ребенка в туалет. Давай, потом померишь. Иди. Это что, как называется? Можете мне фамилию свою сказать? Нет. Имя, отчество? Светлана Анатольевна. А фамилия ваша как? Разумова. Ну, Светлана Анатольевна, дайте нам рекомендации, мы тогда домой поедем. Напишите ребенку. Я говорю, ребенку напишите. Я вашу фамилию услышала. Что вы можете ему порекомендовать? Нас к вам отправили. Мы у вас уже сидим 20 минут. Вы нас домой-то отпустите? С рекомендациями до завтра. Короче, мы не дождемся рекомендаций, да? Понятно. Светлана Анатольевна, вы нам дадите рекомендации? Или нам можно домой идти так с температурой?
Светлана Анатольевна, Угу. рекомендации вы нам дадите, ребенка что-то скажете с температурой 38? Что? У вас там есть? Кто? Кто у нас есть? Мы у вас уже стоим, сидим 20 минут. Я уже третий раз И не... что? Дайте мне рекомендации. Что? В смысле и что? Какие рекомендации? Ребенку с температурой... Я должна дать? Ну, вы же врач, не я. Я не врач. Ну, ладно, хорошо. Да. Вы же там. Что я там? У меня ребенка температура. Меня отправили из хирургии к вам. Из приемного покоя. Ну? Понятно. Я сейчас сдам. Кого сдадите? Там, да. Давайте, слушаем, мы пойдем домой. Напишу нам, понял. Что-то. А? Время уже по 8. У нас что? Сейчас на машине уедем. Это наши рекомендации, да? Можно с ними идти домой? А? Можно с ними идти домой? Да. Или еще что-то мне напишите? Ну, не знаю. А кто знает? Уже не знаю. Какие у вас рекомендации? У меня рекомендации. Я от вас жду рекомендации. Угу. Вы от меня? Я не врач. Какие у вас есть были? Кто есть? Какие у вас были? Кто были? Рекомендации. У меня какие были? Да. Вообще-то я пришла к вам с ребенком. Причем здесь я вообще?
Ну. Угу.